Эти восточные сладкогубы смотрятся особенно колоритно. Это часто встречающиеся ночные хищники. Как только стемнеет, они отправляются на поиски моллюсков, червей и ракообразных. В дневное время они держатся практически неподвижно, в небольших группах по 5-10 особей, на небольших глубинах, защищенных кораллами, и всегда на течении. Пещеры, конечно, гораздо безопаснее, но, может, они просто греются. Здесь течение сильнее. Восточные сладкогубы любят плавать против него. Они способны издавать странные звуки. Их молодняк выглядит совершенно иначе. В желтых, черных и коричневых пятнах. Это самая лучшая маскировка в условиях кораллового рифа. И здесь это не лишнее.